Приветствую вас, друзья, я Адонис, мы продолжаем проходить Калиста Протокол. Тут на улице очень холодно, так что давайте поскорее постараемся найти укрытие потеплее, согреться. Убежище. Азиль. Ужасная пурга. Это спутник Юпитера Калиста, иного от него не ожидаешь. Страшное место, недаром из него сделали тюрьму. Хотя тут проводили какое-то терраформирование, первого уровня закончили, а потом почему-то остановили. Я так понимаю, изначально это не предполагалось сделать тюрьмой. Только лишь найдя что-то ужасное. Задница. Микрофончик подправил. Должен находиться на идеальном месте, правильном дистанции. Ох, обрушающийся мост, это очень страшно. И улететь можно в такую задницу. Упасть, напороться на что-то и медленно терять кровь в этом морозе. Ужас. Страшное место. Стихия страшнее любого монстра на самом деле. Ну-ка, почему сейчас именно? Но эта балка крепкая, на которой мы идем. Она выдержит, я верю. Давай, Джейкоб. Он сейчас думает, зря я столько ел, зря у меня эта лишняя мышечная масса. Был бы дрящом, все бы хорошо было. Подолгу в начале уже. Интересно, сколько он весит? Я думаю, больше сотки. Где-нибудь 110 килограмм. От роста зависит, но он вроде высокий такой мужик. Ну, не меньше, чем 1,80 м точно. Да, где-то 110 килограмм я ставлю у него вес. Классная локация. Это нам повезло, Джейкоб. Мы отделались очень хорошо. Скотина, паучок. Куда без тебя, тварь? Подсрачник дал. Видели, на проходе красиво вышло. От двух выстрелов из дробаша не сдох. Вот для таких надо увеличивать обойму. Кредитики. Чё, бедолага, замерз, умер. Хотя, вроде... А, разбито, да. Стекло. Ну, работает? Какое оборудование качественное, слушайте. На таком севере, таком морозе. Странно, снега еще мало, посмотрите. Зная, когда такая пурга, там должно быть снега выше человеческого роста. Видимо, убирали недавно. А, вот эти штучки сейчас будем использовать. Ох, круто. Долго так можно ходить, интересно? Эй! Эй! Ты там! Ну-ка, поищи, чем можно вскрыть эту дверь. Эти туннели ведут к гаражу снегохода. Я смогу провести нас. Энергия потратилась на то, что я просто эту штуку поднял, интересно? Попытаться помочь сотруднику ловушки. Попытаться. Не помочь. Погоди, ты давай, техника быстрее, какая. Пока эти твари не вернулись. Классная техника, да? Кто там? Ну давай, выходи уже. Ну, скотина, вот откуда ты там прыгнул? Ты в километре находился, тварь. В километре от меня скотина находилась. Лекарств нету.
Да, этой штукой тут особо не попользуешься. Где? Пришлось воспользоваться уже, потому что сложно. Не вижу. Фига себе, он перемещается, блин. Да что такое? А у меня был шанс, интересно, помочь ему? Не уверен. Ой, он вернулся! Мне кажется, не было шанса, тут все линейно. Какие крики! О, здоровье! Ну охренеть! Против паучков эти штуки. Ну, в смысле, я его бил же! Не рядом еще выскакивает так. Выбить дверь, наверное, надо вот так вот. Не? В смысле, я по нему сейчас не попал, получается. Сохранение было. Кто знает, была возможность как-то его спасти? Но я почти уверен, что нет. Поэтому было написано попытаться. Ричард Сидс. И чё? Команда техобслуживания гаража, подразделение снегоходов. Назначение на полевые работы, утилизация выведенного из эксплуатации моста между заброшенной станцией, терраформирование и служебными тоннелями КПП, согласно директиве 1А начальника Коула. Статус отсрочка. Станция терраформирования. Подсказка для карты доступа. Туннели. Блин, игра довольно сложная стала. Ну, хорошая сложность, как надо. Если концентрироваться, все четко делать, то все в порядке. Для разгильдяйства места уже нет. Как вначале бывало. Ну давай. Как он задолбал промахиваться. Есть тупой момент, когда враг лежит на земле, казалось бы, добить его. Ногой бью. Тогда мой персонаж шаг назад делает и бьет под собой. Рукой он над ним бьет. Вот этот момент немножко выбешивает. Что там немножко выбешивает? То есть бьешь ногой, видите, он назад как бы отступает. Но сейчас, понятно, стена. Но все равно надо было придумать, я типа не могу ударить или там как-то стену ударить. А вот то, что назад сам отходит, это выбешивает. Но больше ты выбешивает, когда врага хочешь ударить, растоптать, а он назад шаг делает.
Все, снаружи больше ничего нету. Крики. Озёнка мы с собой. По-моему, на этой энергии не тратится. Доступ открыт. У нас, по-моему, в пистолете патрончики появились. Два штучки. Ну, дробовик, конечно, эффективнее. Ох, классный проход. Сохранение. Свет работает. Ой, красота какая. Получить доступ к сети. Прям как задание. Странная надпись. Эйван, вот я говорил, будет А1 или нет. Эйван, кто помнит такой канал? Обалденный был канал вообще. Мой любимый. Канал детства. Там музыка была. Сюда, this way. Не перевели, кстати. Follow. Очень красиво. Ну, до того красивая игра. Великолепная. Опять же, метро напоминает. Я думаю, они вдохновлялись. Есть влияние. В Dead Space я этого влияния, например, не чувствовал. Тут оно есть. Положительное, хорошее влияние. Метро все-таки хорошая игра. Все три части. Единственное, в плане сюжета вторая часть так себе. Так, конечно, бомба. Завалено. Не, ну это вообще метро чистое какое-то. Смотрите, точно такой же бункер. Как будто оттуда текстуры взяли. Ну свет! Свет этот, посмотрите, как он выглядит-то красиво. Один я от этого кайфую. Это восхитительно. По-моему, даже в самых крутых фильмах таких картинок красивых нету. О, и дымок этот. Ну, кстати, он спрайтовый, видите? Двигается вместе со мной. До сих пор все равно это еще. Так работает. Вау. Так, это не залупный хвататель. Коконы. Ах ты, это не я, камера сама. Я это не люблю. Вот скотина, классически пугает. Дырочку сделал. Не, мы сюда не пролезем. Ядерные отходы. Да, тут такое могло намутироваться. Кредиты и все. Целая комната, просто кредиты. Слабовато. Follow. Кто это написал, интересно? Кто так заботился о нас? Стены исцарапанные, кстати. Опять сохранение. Ну давай, иди сюда, мразь. Иди.
Распять негде тут. А, он взрывается. А вот тут обычный пистолет бы был идеален. Нанес мне урон? По-моему, чуть было. Заранее их отстреливаем. А во второй же части были дети еще ползающие. Ужас. Как в Думе третьем, кстати. Не, ну согласитесь, такие уровни гораздо лучше от первого лица. Вот как в метро. Несравнимо. Сразу пульку потратил только. Жердяй. Как бы эту разбить? И чё? И где? Окей. Странный момент. Обычно эти ящики разбивались, но они были под ногами. Пойдем в темноту. Так. Сначала, значит, направо. Туда X. Хорош. Хорошо, что они звуки издают. Патронами прямо закормили. Дали вслазь насладиться дробашом. Что там? А, опасные ступеньки. Или, внимание, ступеньки. А что там с ступеньками этими, может быть? Ступеньки и ступеньки, предупреждение. А, они обвалиться должны, да? Нет, вообще стоять это лестница. У меня подозрение, что это по сюжету вперед. Да скотина! Ну, у меня маска защищает, он бы ничего не сделал. This way. Наверное, надо вернуться назад сейчас. Давайте. Все-таки X это было какое-то дополнительное место. Тайное, видимо. Вот, развилка. Идем налево. Тут что-то наложено ценное. Для нас наклал кто-то, старался. И пометил все. Caution. Ну и чё? А, пульки. И все? Ты... Ну, пульки, конечно, хорошо. Но я ждал чего-то большего. А вот путь вперед. Зря, конечно. Жалко, конечно, тратить на него дробину, но что поделаешь. Прикольные коммуникации. Мы по самой заднице идем, получается. Шик-чик-шик. Прикольно по звукам все. Thank you.
Что тут написано? Напоминалка. Храни свет. Или неси свет. А зачем? Хорош. И он выжил. Почему он такой живучий? Скотина. Какие-то не очень эффективны эти бочки. Знак какой-то. Хитрый ромб. С двумя сторонами. Хм. Ты скотина. Два сразу. Хорошо, что у меня две пули. А, еще кто-то тут погиб. Еще лут. Ой, как красиво. Это дымка небольшая. По низу. Разветвление. Депо. J1. Лекарство? А гель? Не... А, все-таки да, не надо было брать. Я думал гель с собой. Ошибка была сейчас. А, вот. Cushion stairs. Возможно, она отвалится. Фиг его знает. Ну мы сейчас сюда не пойдем. Да что за звук такой? Скотина. Так, давай, иди сюда. Все? Хорош. Боеприпасики для пекаря, хорошо. Сундучок. О, расшифровщик. Но новые? Погодите, до этого мы обычно собирали. Он 500 монет давал. А новый сколько даст? Круто. Нам нужен магазин срочно. А может у нас инвентарь больше стал, не? Что-то... Да, у нас расширился инвентарь. Заживем теперь. Счастье-то какое. Все, прекрасно. Смотрю, все не забивается, не забивается. Класс. Отличная игра. Просто великолепная. Я не знаю, что еще надо сделать, чтобы испортить мое мнение. Но пока что это минимум восьмерка. Опять наружу. Ну, до того на метро, похоже, Last Light. Классно. Вот как? Так. В этот раз нормально получилось. Из дробовика нельзя вскрывать такие ящики, это я понял. Гараж. КПП. Шлюз гаража номер 107. Подгрузилось что-то.
Шлюзование пошло. Сейчас согреемся. Не волнуйся. Маску снять, наверное, можно будет. Эх, ты тварь. Эй, ну-ка помоги мне. Дэнни? Убей тех тварей. А я пока тут разберусь. А, распинать можно. Ну не так. Ой, хорошо. Кто тут еще? Давай, выходи. Я готов. Ну. Ну, чего такое? Да скотина! Наколол таки хорошо, попал. Ага, блевун. Все, сохранение. Неплохо, теперь иди сюда. Дверь заклинила. Быстрее, другие твари могут быть на подходе. А почему мы не слышим? Не озвучили? Сейчас лут надо собрать. Хорошо поместились, да? То есть, перчатка помогает в определенных ситуациях. Не универсальное орудие, ну и ладно. Это просто принять надо. Так, ну все, уж точно все взял. Полезли наверх. Дэнни, это же китаянка-то, да? Да, правда? Может, потому что умирать бросил? А ты хотел убить меня на корабле. Теперь квиты. Слушай, может, ты не заметил, но мы в дерьме. Мы можем ненавидеть друг друга, но Элиас был прав. Порознь нам не выжить, но вместе у нас есть шанс выбраться. Ладно. Если смогу починить снегоход, довезу нас до ангара. А ты открой главные ворота. Панель управления там. Я могу тебе доверять? Нет. Вот, возьми. Пригодится. Эти твари повсюду. Кстати, я Джейкоб. Я знаю, кто ты. Что-то хитрое у нее в голове там пронеслось, как она подумала, что да, его можно как-то использовать. Возможно, для того, чтобы в последний момент пожертвовать и самой убежать. Быстрое переключение оружия. Вот. Только сейчас-то можно делать? Да ладно. А, потому что у нас теперь два блока, видимо, отдельных. Все, я теперь понял. До этого нельзя было, потому что у нас одно основание было, и на него надо было наращивать дополнение. Все, все логично. То, что я говорил до этого, это обосновано именно ситуацией в игре. Быстро мы не могли оружие менять физически. Все, все хорошо. Беру весь свой гнев обратно. А что там? Почему здесь Е? Глюк, наверное, небольшой.
Дробовичок выбран. Не, ну этих бессмысленно топтать. О, опять красиво как. Перекусывательная. Шлем хороший. Из папка, смотрите, шлем из папки. Как третий, да? Это же вроде хороший шлем там. Может даже отсылка. Я пытался связаться с Феррисом, но он пропал. Пришлось принять решение. Я запер ворота, оставил всех их там. А иногда приходится тяжелое решение принимать. Много патронов уже. Погоди, это что он сейчас держит? А, это... Это она мне дробовик дала такой, я понял. А чем они отличаются с этим? Посмотрим. Ух ты ж. Вот черт. Тут напротив вторая диспетчерская. Чтобы открыть ворота, нужно активировать панели в обеих. Защитная мера. Логично. Ладно, двигай туда. А эта панель на мне. Только не дай себя убить. Ну же заботится о нас, ты смотри-ка. Отношения начинают налаживаться. Принтеры. Сейчас посмотрим, за сколько мы продадим. А, 750, ну отлично. Ценная находка была, получается. Лекарства можно два ставить. Теперь интерфейс большой. Это полицейский дробовик у нас. А это скунс. 2000. На что его потратить? Давайте прокачаем полицейский дробовик. Сначала устойчивость. Пользователь берет на себя всю ответственность за использование устройства. Печать завершена. И, конечно же, урон повышаем. Выполняется. Цикл завершен. Хорош. Еще на что-нибудь, я думаю, хватит. Емкость магазина. А дальше разрывные пули уже очень дорого. Емкость, в принципе, ладно. Перелом при блоке. Улучшаем дубинку. Сломает руку нападающим, если он отразит рукопашную атаку офицера. Используйте с осторожностью. Вот это круто. Процесс. Отличный выбор. Да, тут надо с умом выбирать. Много всяких хороших штук. Постепенно все расширяется тут. Классно. Может, и локации тоже будет пошире? Все, экономим пока что. Ах, отлично. Красота. Работаешь? Работай. Крики. Теперь быстренько все. Но вблизи лучше дробовика. Старого доброго ничего нет. Что за Ваня опять на улице там? Да?
Эх, опять. У меня сейчас, наверное, пик любви к этой игре. Прямо предельное отношение. Предельно хорошее. Это тоже место, где мы заходили, да? Не, это 108, там 107 было. Дайте мне врагов, я с ними расквитаюсь самым жестоким и кровавым способом. Изощренным. Обязательно прямо такие звуки, красный свет. Это будет только пугать сотрудников. Ну так и выскочи, ублюдок. Надо все равно подойти, чтобы дверь открыть. Но... я типа сразу не вышел и все, да? И произошло обратное шлюзование. Вам-то повезло, я для вас промотал, а я все это ждал заново. Короче, сразу заходим, не выпендриваемся. Здорово, мужик. Послание не оставил. Лифт, сейчас кто-то приедет. Я надеюсь. Ну давай. Жду гостей. Вот так. Ублюдок. И потоптать его. Два выстрела, да? Хорошо. В грудь целился. Ну, конечно, надо голову сшибать сразу, чтобы он не блевал. Хорошее, доброе оружие. Радует меня. Славная пушка. И пекаль наготове есть. Сохранение. Кто-то ползает. Псина. А, это в клетках сидят? Я думаю, не все сидят в клетках. Надо как-то открыть проход. Такие же ворота, как в начале игры были, помните? В тюрьме. Между прочим, я только сейчас подумал, костюм-то напоминает тот, который в Dead Space был. То есть игры очень похожи. Предохранитель. В какой-то момент ты откроешься, да? Ай-яй-яй-яй-яй. Так, а что тут? Вот это двигать? Ну, залезть же надо. Неужели не вылезет? Бедняга. Есть. Вот сейчас, видимо, мы откроем все камеры. Нет, странно даже как-то. Это же прямо как ружье, которое висит и должно выстрелить. Заряженное. Скотина. Можно ее убить, да?
и облутать. Давайте, чтобы он не маячил тут уже. И так не работает. Ну ладно. Пульку потратил. Дразнилка. Смотреть электростанцию. Жаль, эта штука не работает. Я накидал дерьма на этот вентилятор. Ага, вижу. Как ты туда попал? Застрял. Фига, его кинули. Сейчас здоровый, видимо, хрен выйдет, который кинул его. Ух ты, сработало. Ну давай, выходи уже. Че там жмешься? Ну! Энергии уже мало. Ты ж скотина! Ну, кстати, в конце мог и погибнуть. Ошибаться стал. Остались там пульки. Угу. Облутать же надо. О, здоровье. Хорошо, что лечиться не стал. Люблю такие уровни. Все? Ну что, мои дорогие друзья, на этом серия заканчивается. Всем, кто смотрел, благодарствую. До встречи. И оставляйте комментарии.